правительстве страны утвердили методику, по которой эксперты будут определять состояние городской среды. Оценивать качество благоустройства планируют каждый год по 36 показателям. Эту и другие темы обсудили на селекторном совещании с участием руководителей регионов. В рамках реализации национального проекта недостаточно только благоустраивать дворы, отметил заместитель председателя правительства. Необходимо, чтобы в городах появлялось больше спортивных площадок, парков, скверов. В приоритете и развитие транспортной инфраструктуры. Так, в республике на реализацию проекта формирования комфортной городской среды в этом году предусмотрели более 380 миллионов рублей. Ключевая задача – увеличение темпов строительства. К 2024 году новоселья должны сыграть не менее 5 миллионов семей по всей стране. Строительный комплекс за последние годы имел очень неплохие результаты. Мы с вами, значит, и в прошлом году более 75 миллионов квадратных метров внесли, и был период, когда было и 80 миллионов. Серьезным импульсом для развития строительной индустрии должны стать госпрограммы. На селекторном совещании также обсудили дальнейший переход на счета эскроу и банковское сопровождение проектов. Эта мера позволит решить проблему обманутых дольщиков. Все проекты, по которым сегодня идет строительство, должны быть четко определены в три группы. Первая группа – это те, кто с 1 июля будут достраивать свои дома и свои проекты уже по новым правилам и должны идти в банки за проектным финансированием. Вторая группа – это те, кто попадет под действие постановления правительства. И третья группа, которая наиболее нас должна волновать всех, это кто не попадет ни под проектное финансирование, ни под действие постановления правительства. Вот с этими проектами мы просто должны перебрать руками. Для увеличения темпов индивидуальной застройки в правительстве страны рассматривают механизмы льготного кредитования. Эта тема актуальна и для Чувашии. Глава региона отметил, что меры поддержки позволят активнее осваивать земельные участки, которые выдают многодетным семьям. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика.